День добрый, на связи МКБАЦКИЙ! Сегодня мы заканчиваем с вами проходить нашу с вами любимую, нашу с вами так горячо обожаемую, нашу с вами прекрасную, замечательную игру, разработанную на эти дох, под названием Crash Bandicoot, первую часть. Да, мы заканчиваем, да, заканчиваем, мне печально, на самом деле, мне грустно, но уже конец, пора заканчивать. Вот, когда мы взяли все штучки, у нас открылось сразу вот эти два уровня, доступные для нас, но... Мы не будем запускать сейчас в игре Hall уровень, который покажет нам дополнительную концовку. Мы сейчас посмотрим с вами, ну там он быстро проходится, вы потом увидите все. Мы сразу посмотрим с вами уровень с доктором Нео Кортексом. Наша с вами схватка. Ну что, вы готовы? Это наш с вами последний бой с последним боссом. Погнали! Гений доктор Нео. Так, его почему-то перевели. Доктор Нео Кортекс, правильно так говорить. Ну и суть. Ну там... Возмущается справедливо. Так, по-моему, зеленый надо отпуливать у него обратно, да? У него 5 жизней, уже одной нет. Надо выворачиваться, по-моему. Ау! Отлично. Он недоволен. Да, ну и взорвали его лабораторию, я так понимаю, перегруз там произошел какой-то. Поэтому все там горит, пылает огнем. Таких вот штучек мы должны уворачиваться. Что, еще раз? Одну штуку пропустили там. Да, осталось две жизни. А, все-таки он падает с него. Я хотел проверить это. Ладно, не будем ходить вперед. Да, ха-ха-ха. Эта концовка у нас будет доступна в любом случае, даже если вы пройдете все уровни, ни одну гему, ни один ключик ничего не возьмете, просто пройдете все уровни. Вот что будет в таком случае. Угу. Осталось совсем чуть-чуть. А, забыл. Две жизни. Не знаю, вытащим. Я надеюсь. А, теперь ты скорострел. Одна жизнь осталась, последняя. А, ну это просто. Да! Мы справились с главным злодеем, доктором Нео Кортексом. Вот наши возлюбленные объединились. Он Crash Bandicoot спас Тауну. Они довольненькие, стоят на дирижабле. Нео Кортекс обнимаются, она его держит. Все прекрасно, все замечательно. Такой хэппи-энд. Love story, так сказать, да? И они улетели на дирижаблике. Здесь пошли титры. Но я считаю, это надо посмотреть нам с вами, чтобы видеть тех замечательных людей, кто прекрасен к разработке этой игры. Много людей, на самом деле, работали над ней. Я не буду озвучивать титры, пожалуй. Я не буду озвучивать титры, пожалуй, потому что это и так очевидно, что тут все написано, что и как. Все понятно, я думаю. Замечательная игрушка. Вот это вот у нас обычная концовка, которая происходит, если мы просто пройдем все уровни. В следующем видео я вам покажу альтернативную концовку, дополнительную, сложную, для получения которой надо вам выбить все гемы, все собрать, все ключики, понятное дело, потому что без двух ключиков вы не получите две гемы, а тут достаточно хотя бы одну гему не получить, неважно, цветную или не цветную, но, как правило, цветную зависит, ну, даже не как правило, от каждой цветной зависит и другие белые, то есть даже если вы не возьмете хотя бы одну белую гему, все равно вам ничего не засчитают. Или один ключик, потому что без этого ключика вы не получите гему, то есть вам надо собрать 26 гем полностью, да? И когда вы все это соберете, вы все это получите, у вас будет возможность, вы все сами увидите в следующей концовке, я не буду спойлерить пока что. Да и даже там спойлерить не буду, вы все сами увидите. Сейчас мы просто как дань уважения смотрим. Вот я считаю титры этих людей, вижу, как много людей разрабатывали эту прекрасную игру. 96-й год. Эх, это классика, классика. Вот даже можно слезинку пустить, я этого делать не буду. Поверьте, я бы даже в какой-то степени в душе, так называемый, хотел бы. Но, к сожалению,
Да, мы закончили. Ну что, на связи был МК Абаский. Сегодня мы победили доктора Нео Кортекса в первой части игры Crash Bandicoot и увидели обычную концовку. В следующем, последнем видео по этой игре, пожалуй, мы увидим с вами дополнительную концовку, другую. И посмотрим на то, ради чего мы так старались, собирали все гемы. Ну что, на связи был МК Абаский. Всем спасибо.